Сегодня Владимир Путин подписал договор с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о вхождении этих субъектов в состав Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей новых территорий на прошедших референдумах проголосовали за присоединение к России. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст.